получается. В общем, вот столько локеров и два болтика. Снимается пластиковая защита, вон она лежит. Далее уже имеем доступ к турбине, к байпасу штатному. Но единственное, желательно еще открутить вот 4 болтика, снять металлическую защиту. Вот она, улиточка. И вот он. Вот читалка вместе с байпасом висит. Я не буду откручивать, прямо сейчас на месте поставлю. Ставлю новый байпас. Вон турбиночка. В общем, вот штатный байпас открутили. Слушаем. Дует, дует. Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Прям конкретно продувается он. И в эту... Ну и для примера, вот байпас китайский, пускай китайский. Вообще никакой. При этом он прожимается. Все, байпас тюнинный установлен. Тяжело вот сюда он влазил, но залез. И вот этот шланчик тоже пришлось чуть-чуть удлинить. Ну хорошо, в комплекте был там. И дополнительный шланг, и переходничок для удлинения. Все, сейчас прикручиваю читалку назад, одеваю все шланги, собираем и тестируем. Как-то так. Тебе видно там, да, сколько?